С сентября муниципалитет Адажского района будет использовать для связи только мобильные телефоны. Переход только на номера мобильных телефонов основан на том, что муниципальные структуры подразделения расположены как в Адажском районе, так и в Царниковской волости. Кроме того, многие специалисты эпизодически выполняют свои трудовые обязанности в обеих властях и даже за пределами административной территории района. Поэтому звонки объективно не могут осуществляться на стационарные телефоны.